Бесценные знания, которые сберегут жизни и здоровье с целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил проезда перекрестка, Управление ГИБДД Республики организовало ряд информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий. Ну а в Иджигутинском районе полицейские провели урок безопасности для курсантов автошколы местного отделения ДОСААФ. Ахмат Халкечев подробнее. Как говорят полицейские, дорожно-транспортные происшествия, допущенные из-за нарушения правил проезда перекрестка, сопряжены тяжелыми последствиями. С начала текущего года на территории республики из-за нарушения в данной категории было допущено 31 ДТП, в которых погибло 7 человек, а свыше 30 получили травмы. Немалая доля статистики дорожно-транспортных происшествий приходится на Усть-Джигутинский район. По району у нас за проезд перекрестка совершено 9 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли, 40 человек получили ранения разной степени тяжести. Именно по данным нарушения? Да. Урок безопасности быстро перешел в формат диалога. Курсанты автошколы не только отвечали на вопросы полицейских, демонстрируя свои знания, но и активно задавали свои. Лично мне очень понравилось, потому что вот какие-то мелочи, которые я, может, недопоняла, я сегодня реально усвоила и очень эффективно, даже только потому, что жизненного опыта очень много. Все очень доходчиво объяснили, и реально пришло осознание того, почему инструктор, например, говорит здесь ехать так или соблюдать так то или иное правило дорожного движения. Полицейские разбирали реальные случаи из своей практики. На живых примерах они объясняли будущим водителям, какими последствиями может быть чревато пренебрежение требованиями ПДД. Такой завязался интереснейший диалог, и было много таких спорных вопросов, и вроде бы очень понравилось всем. В завершении встречи полицейские и руководство местного отделения ДОСААФ, а также курсанты автошколы отметили высокую продуктивность общения в подобном формате. Все участники мероприятия сошлись во мнении, что такое взаимодействие должно быть организовано на постоянной основе. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия, Усть-Джигутинский район.